На телеканале РУ-ТВ состоялась эксклюзивная премьера клипа на песню «Далеко», которую группа «Центр» записала вместе со студио. Наша съемочная группа побывала на съемках и узнала о причинах нестандартного сотрудничества. В основу сюжета легли истории трех друзей – Слима, Гуфа и Птахи. Они же нарушители закона, голливудская звезда и адвокат, которых объединяет вера в идеальный мир будущего, за который отвечает Кэти Топурия в футуристичном платье и с голубой помадой. Ребят, я знаю давно, с Птахой дружу. Снимали один раз, я помню, какой-то фильм пробный такой, там рэперы. Я играла типа тёлочку какую-то. Вот, и там как раз мы сдружились. Этот фильм, к сожалению, не вышел. Не знаю почему, что-то у них не вышло, видимо, из-за того, что мы снимались. Режиссером клипа выступил Алексей Голубев. Именно он придумал локации и догадался, что наиболее органично Гуф будет смотреться за решеткой. Что-то не так опять. Что-то сделал хорошее, опять что-то не, всем что-то не так. Воссоединение группы «Центр» и их объединение с группой «А-студио» уже можно увидеть в эфире телеканала РУ-ТВ.